Бои в Ливии между повстанцами и силами НАТО с одной стороны и противниками Муаммара Каддафи с другой продолжаются. Как подтвердило сегодня командование НАТО, в понедельник из подконтрольного Каддафи города Сирт в сторону Мисурата были выпущены 3 баллистические ракеты типа «Скат» класса «Земля-Земля». По предварительным данным, от обстрела никто не пострадал. Все ракеты упали в море неподалеку от береговой линии. Взрывы и выстрелы слышны и вокруг резиденции Муаммара Каддафи в районе правительственного квартала Баб-аль-Азизия. По данным местных СМИ, силы Каддафи сохраняют контроль над западными кварталами и пригородами Триполи, а также над центральной площадью столицы. Именно здесь сейчас разворачиваются основные военные действия. Так, кадры, которые вы видите, были сняты неподалеку от Зеленой площади. Впрочем, повстанцы продолжают утверждать, что контролируют до 80% территории Триполи.